федеральный бюджет возвращено 42,4 миллиарда рублей. Если вы поделите это на численность сотрудников счетной палаты, невзирая, инспекторы они или не инспекторы, это 38 миллионов рублей. Я думаю, что мало какой федеральный орган может этим похвастаться. И завершая, сложно говорить. И завершая, хочу сказать, что я благодарна аудиторам и коллективу счетной палаты.